Прошедшие сутки в ходе обследования территории аэропорта и пригородов Донецка инженерно-саперными группами выявлено более 200 взрывоопасных предметов. В их числе 22 артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 11 кассетных элементов РСЗО «Ураган», 8 выстрелов КРПГ и 16 противопехотных мин. Еще 34 неразорвавшихся украинских боеприпаса было обнаружено в Докучаевске, Еленовке и Макеевке. В целях обеспечения безопасности мирного населения все они были вывезены на подрывную площадку и обезврежены. На всей территории республики ремонтно-восстановительными и строительными отрядами армии ДНР продолжается работа по восстановлению жизнедеятельности населенных пунктов, пострадавших в ходе ведения боевых действий. Наиболее сложная ситуация сложилась в населенных пунктах Олигорск, Дебальцево и Синоватое. Здесь предпринимаются активные меры по восстановлению подачи электроэнергии и воды в жилые кварталы, на объекты соцобеспечения, стратегические промышленные предприятия и ремонту дорожного полотна на основных транспортных магистралях. За прошедшие сутки ополченцы отремонтировали более 3 километров линии ЛЭП, запитали 7 электроподстанций, произвели укладку более 500 метров водных магистралей, подключили 3 котельные. К сожалению, более активному проведению восстановительных работ мешают непрекращающиеся украинской стороной хаотичные обстрелы территории республики. Наибольшее количество отмечено на Донецком и Южно-Мариупольском направлениях. Это пригороды Донецка, Донецкий аэропорт и Широкино. Всего в течение прошедших суток режим прекращения огня украинскими силовиками был нарушен 51 раз. В 33 случаях обстрелы велись из минометов, 4 из танков, 1 обстрел из артиллерийских орудий, остальные из гранатометов и стрелкового вооружения. Несмотря на заявление киевских властей о полном завершении отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон, мы продолжаем получать данные об усилении позиций украинских силовиков по всей линии соприкосновения, а также нахождении в демилитаризованной зоне артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Значительное усиление группировок украинских войск нами зафиксировано в районе Мариуполя и населенного пункта Пески. К линии соприкосновения из столовых районов продолжается нескрываемая переброска свежих моторизованных частей ВСУ с бронетехникой и движением колонн с боеприпасами и строительным материалом для фортификационного укрепления позиций. Так, на Донецком направлении, севернее населенного пункта Старый Крым, размещены новые артиллерийские огневые позиции для батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Еще одна РСЗО БМ-21 «Град» в настоящее время размещена в 6 километрах северо-восточного населенного пункта Старогнатовка. Концентрация тяжелой артиллерии также зафиксирована на Мариупольском направлении, в районе населенного пункта Гнутово, где сосредоточен реактивный взвод из 4 БМ-21 РСЗО «Град». На Луганском направлении, в районе населенного пункта Станично-Луганское, нарушение минских договоренностей развернуто 6 единиц РСЗО «Град». Все получаемые нами фактические сведения об этих и других выполнении минских договоренностей мы доводим до совместной центра контроля и координации прекращения огня. В целях полного выполнения минских договоренностей 12 февраля призываем наблюдательную миссию ОБСЕ незамедлительно организовать посещение указанных районов и обеспечить контроль немедленно отвода украинских тяжелых вооружений на установленные соглашением дистанции. Со своей стороны подтверждаем свою готовность обеспечить проведение аналогичных верификационных мероприятий представителей совместного центра ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики. У меня все. Коллеги, вопрос, пожалуйста. Эдуард Александрович, телеканал «Россия». В американском журнале Newsweek опубликован материал со ссылкой на батальон «Азов», о якобы имеющихся у них радиоперехватах, в которых говорится о подготовке к концу текущей недели широкомасштабного наступления на востоке Украины. Как вы можете прокомментировать эту информацию? Ну, за последнее время, сколько я знаю, это уже вроде как третья дата, да? Раньше хоть со временем определяли, числовое исчисление было, сейчас уже просто. Ну, по поводу батальона «Азов». Данное подразделение, которое находится на южном направлении, что мы неоднократно вам говорили, кроме пьянства, мародерства и обстрелов наших позиций в районе Новоазовска и прилегающих районов к нему, мы не отмечаем.
Хотелось также отметить, что заявление, на которое ссылаются по поводу радиоперехвата, насколько нам известно, у них таких систем радиоразведки вообще нет и не может быть. Данное подразделение их можно больше назвать как «Махно». Пришел, увидел, забыл. Просто, если вспомнить, недели три назад, может, на четыре, пресс-центр, у них даже есть какой-то, они объявляли о том, что они сбили Су-25 Российской Федерации. На что я тогда сказал, что это вранье, они сбили Ту-160, который взлетел с Донецкого аэропорта. Понимаете, заявления, которые делает данное подразделение, во-первых, давайте отметим, что это за подразделение. Неоднократно фиксировалось многими телевизионными каналами и показывали на Западе о том, что они применяют фашистскую свастику. Мы их называем националистами в чистом виде, фашистами. И такое уважаемое издание цитирует высказывания этих бандитов, ублюдков, по-другому сказать нельзя. Мне как бы трудно. Мы неоднократно фиксировали то, что управляемость данного подразделения, она равняется нулю. После подписания мирных договоренностей 12 мая, мы все время говорим о том, что на южном направлении постоянно горячая точка. Штаб АТО неоднократно пытался как-то их утихомирить. Они даже офицеров своих туда посылали, думали, тем самым смогут навести порядок. Но ничего у них не получилось. Это как было стадо, по-другому не назовешь, оно стадом и осталось. Данное заявление, я думаю, еще прошло в контексте того, что, допустим, они объявляют о том, что мы будем идти в наступление. Я уже как-то говорил об этом. Кто-то из присутствующих назовет мне принцип наступления без артиллерии. Ну так, тактику. Если кто-то такой найдется, я думаю, он будет самым богатым человеком во Вселенной. Мы неоднократно заявляем о том, что тяжелое вооружение отведено. Концентрация... Увеличение наших вооруженных сил на данном направлении, он вообще отсутствует. А это заявление сделано в связи с тем, что Украина хочет добиться получения так называемого летального вооружения, о котором неоднократно заявляла Соединенные Штаты Америки и другие страны. Поэтому прокомментировать данное заявление по радиоперехвату, ну, я могу только одно сказать, что чем отличаемся мы от них? Тем, что, во-первых, это наша земля. И Донбасс всегда отличался тем, что люди, которые здесь живут, они любят и умеют работать. Мы хотим работать. Мы хотим, чтобы нам не мешали это делать. Поэтому все усилия, которые сейчас прикладываются и мировым сообществом, и нам в том числе, мы хотим, чтобы на нашей земле был мир. Было процветание. И то, что мы умеем лучше всего делать, работать, нам чтобы дали на это сделать возможность. Поэтому комментарии, мне обидно за данное издание, что они переписывают какой-то бред. Коллеги, еще вопросы? Сейчас мир важнее. Как хочешь говорить, пожалуйста? Сейчас МВФ должны дать деньги Украине. Как вы думаете, после этого? Деньги будут на те нужды, на которые даются, или это будут деньги на... Ну, давайте так. Вы знаете условия, при которых даются эти деньги? Нет, там есть определенные условия, которые данная организация финансовая прописывает, на каких она должна и может дать. Вот из того, что я знаю, и где в прессе это печатается, там самое главное условие – урезать всю социалку, которая есть, она и так была урезана, и еще больше урезать, поднять оплату коммунальных услуг, там уже в десятки разов называют, там даже уже суммы как-то мелькали об этом, увеличить пенсионный возраст. Деньги обычно давали на развитие страны. А когда дают на таких условиях, я считаю, что это деньги больше, наверное, дают на войну. Чтобы война продолжалась.
Для меня вообще удивительный факт, что эти деньги дали Украине. Почему? Потому что здесь очень напряженная ситуация. Можем сказать, да, на данный момент ведения боевых действий активных никаких нет. Но все равно это горячая точка. Обычно финансовые структуры никогда не дают денег там, где очень горячо. Потому что эти деньги оттуда нужно как-то забрать. Они же не просто так дарят. Они под проценты дают. И которые уже не мы будем отдавать, а наши дети должны будут отдавать эти деньги. Я думаю, навряд ли это будет для мира. Мое предположение – это для войны. Еще вопросы есть, дорогие друзья? Скажите, пожалуйста, какие еще провокации, может быть, масштабного характера с украинской стороны ожидают? Минобороны знают. Я не знаю, я не волшебник, я только учусь. Поэтому сказать о провокациях, да, проходила такая информация о том, что была попытка совершить провокацию опять в Артемовске. С привлечением прессы и даже скажу, что собирались при этом пожертвовать мирным населением. И в очередной раз обвинив нас, что это мы обстреляли данный населенный пункт. Ну, поэтому всегда можно ожидать чего-то. Какие-то провокации постоянно происходят на линии соприкосновения, даже с выводом техники. Поэтому мы всегда ожидаем от них какого-то подвоха. Может, поэтому мы и сильны, что зная о том, что это может произойти, и мы идем на те соглашения, которые были подписаны в Минске. Вот наш дух уверенности в себе, не самоуверенности, а именно уверенности в себе, что мы защищаем свою землю, и это правое дело. Со словами Господа на устах. Поэтому пусть пытаются. Мы будем готовы. Сергей Макаренко, Лайфньюс. Сегодня некоторые СМИ заявили о начале украинской армии учений вблизи линии соприкосновения. Что вам об этом известно? Да, это в районе так называемого населенного пункта Майорск. Украинская сторона уведомила координационный центр совместно по прекращению огня, что они будут проводить учения со стрельбой. О данном факте я доложил миссии ОБСЕ. Они, кстати, очень удивились этому факту. Они не знали о том, что это может произойти. И пообещали, что туда отправят патруль, проверить, что там на самом деле происходит. Я считаю, что это очередная провокация украинской стороной. Проводить учения им никто не запрещает. У них территория очень большая. Пока. Надеюсь. А могут проводить учения. Но зачем это делать именно в линии соприкосновения, так называемой буферной зоне? Я считаю, это чистая провокация. Лишний раз, которая показывает, что Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства по Минскому договору от 12 февраля. Коллеги, еще вопросы есть? Да, есть тоже. Вот неоднократно во многих СМИ, в основном украинских, фигурируют некоторые подразделения, называемые себя донецкие партизаны, которые выступают на стороне радикальной группировки «Правый сектор». И в частности, вчера они заявили о ранении Моторовы. Всем известно, что это неправда. Вот вообще есть ли какая-нибудь деятельность этого подразделения партизанского? И что вам об этом известно? Мне о них вообще ничего не известно. О том, что мы говорили, что это гражданская война, соответственно, чем страшна гражданская война? Тем, что люди, которые жили рядом, или это близкие, или соседи, они начинают оружие направлять друг против друга. Да, это может какие-то выходцы с Донбасса. Ну, просто их назвали донецкие партизаны. В моем понятии партизаны, которые подразделения воюют в глубине, в тылу врага. У нас я не слышал, кто-то воевал. Может, они имеют в виду, что там у них есть донецкие партизаны, потому что периодически говорят о каких-то взрывах, командиров батальонов различных, какие-то проводятся акции со взрывчаткой. Может, это они там взрывают? Я не знаю. Друзья, мы еще вопросы есть? Нету?
давайте поблагодарим Эдуарда Александровича за то, что пришел к нам в гости. А скажите, будут сегодня брифинг еще нет? Спасибо. Пока сказать не могу. Туда ближе к вечеру что-то будет известно. Спасибо большое. До свидания.